что хотела тебе помочь, хотела, чтобы ты помнил, как я приглашал тебя. Да мы нашли это. Мы нашли это кольцо. И со мной были мои друзья. Я ломала ветки, я колола пальцы. Я просто хотела, чтобы это кольцо было теплым. Потому что дети наши.
погибла тебя вера, бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатные лагеря. А вообще-то может перестать иметь народу минут через приезд не отпаленной водки. Разве было такое безобразие, какие-то сексуальные мужчины? Это что такое? Я просто не понимаю. И никто не колотся в подъездах. И не нюхал клей момент. И вообще, детей можно было выпустить на улицу, не бояться, что убьют или изнасилуют, или на органе. Да ну! За всю свою жизнь моя бабушка Марион пересеклась хотя бы с одним подростком.